Возведи о Христочи твои сионе, вишь, сегал при
дождь к тебе, яко Бога светлое светило от запада и севера и моря, и востока чада твоя, тебе благословящая Христа во веки, и державу святой Деву своим воскресением, яко Бог крепкий, совознеси нас и обожи, тем же воспеваем Его во веки. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господня, на тебе воссиял, рекой ныне, веселися сегодня, ты же чистая Христуся Богородице, о восстании Рождества Твоего, Христос воскресе из мертвых, о божественного, любезного, о злочайшего Твоего гласа, с нами бо неложно обещался и все быть, и до скончания века Христе, и Божий верни утверждений, надежде и мощи радуемся, Бог, я конечно, и Господи, приняли воскресе, Адама воздвигла тлей, его празднее смерть, Пасха нетления мира спасения. Смерть, 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 см
яко единый си человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты си Бог сошеды в ад, и узы окованных разрешивы, самый душ раба твоего упокой, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Едино чистая и непорочная Дева, Бога без имени рощая, молись, спастись от души Его. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все воли того покаяния души, усопшего раба Божия Леонида и Юра, простите ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Души его, еже праведную покаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов его, Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. Подай, Господи. Господу помолим. Господи, помилуй. Яко ты Иисус Христос, Сын Божий, милостиво помилуй душу усопшего раба твоего Леонида Юрия, простите ему всякому прегрешению, вольному и невольному, и упокой его, и держи все праведные твои упокоиваются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слово росшую, свою Богородицу обещает. Воскресли из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами причистой своей Матери, силу честного творящего креста, председательствует архистратига Божия Михаила и всех святых небесных сил бесплодных, святых славных и всех вольных апостолов, святых и праведных, Бога Отец, Акимана и всех святых, помилует и спасет нас. Яко благ и человека любит. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, пустому рабу твоему Леониду и сотвори ему вечную память. Все осознали, насколько нам
его не хватает. И не знаю, как кто, вот я, например, лично, я как-то даже почувствовал невероятную вот усталость, какую-то физическую немощь. Я знаю, сейчас мы, может быть, будем духовно и возрастать даже, продолжая дело Леонида Донатовича, да? Но от тебя словно оторвали часть какой-то сущности, которая нас вела. Я думаю, это и общее такое ощущение. Вот. Но самое главное, чтобы мы не теряли вот духовные силы, которые нас, я думаю, многих наделил именно Леонид Донатович. А это только в одном случае может быть, если мы будем продолжать его дело. А что там говорить? Союз православных хругиносцев – это и есть Леонид Донатович. И сейчас все будет зависеть от того, насколько он нам будет, в общем, стоимоществовать в этом. Поэтому будем молиться, будем продолжать богоугодное дело. И Христос воскресе! Христос воскресе!